здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению, и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Галина Николаевна Бурнакова-Литвиненко. Начинала она помощником режиссера, а затем много лет была главным редактором национального вещания гостелерадиокомпании. Галина Николаевна – заслуженный работник культуры Хакасии. Галина Николаевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Ну, как я могу пренебречь с таким приглашением? Галина Николаевна, ваше знакомство с гостелерадиокомпанией произошло в далеком 1974 году. Вы помните первые ощущения, впечатления, когда вы пришли сюда? Помню. У меня было ощущение, что я в аквариуме, потому что все не мы, и никто ничего не имеет возможности общаться, только знаками и все. А я стояла у титровой доски. А до этого меня напутствовали наши, ну, старшие товарищи, что вот мы в прямом эфире, вот сейчас нас все смотрят, ну и шок такой. Получалось так, что от помощника режиссера, казалось бы, ну, величина незначительная, и работа вроде смешная, стоишь у этой доски просто и сдергиваешь картинки. Ну, очень просто на репетиции, когда было. А в эфире вдруг такой вот шок, что вот сию секунду, вот сейчас все на меня смотрят, и все у телевизоров и ждут, я что сделаю, и вдруг я ошибусь. И вот эти вот картинки я поначалу вот так вот тянула. И она в кадре медленно исчезала со всеми своими неровно подстриженными краями. Но потом Тамара Константиновна объяснила, все рассказала. Опять: «Галя, ты хорошо делала, но только, говорит, надо быстро сдергивать. Посмотри, как это». И на репетиции все это опять показала. Ощущение, конечно, странное было такое. Словно я попала в какое-то зазеркалье. И то, что я видела, сидя у экрана телевизора, оказывается, огромным трудом достается, даже при том, что ты практически ничего не делаешь. Ну, что такое, картинки, фотографии сдергивать. Ну, и потом наблюдала за режиссерами, за дикторами. Ну, и представляла, какая это огромная нагрузка, какой-то труд. Изучала изнутри вот то, что происходит за кадром, по ту сторону кадра, вернее. Оказалось, что и это тоже очень непростая работа. Были киносюжеты, допустим, очень короткие, потому что пленки, лимит был по пленке, и поэтому привозили небольшие сюжеты, которые тоже, чтобы выдать в эфир, в общем, нужно было соблюсти определенные операции. То есть заранее кричишь Борису Ионовичу, он там в киногруппе сидел, вы, наверное, в старой студии были, кричишь: сейчас пойдет такой-то сюжет. Он заряжает, он должен разогнаться, этот аппарат. И только потом я, увидев картинку, его выдавала. И, ну, поначалу это было очень сложно. Галина Николаевна, вам довелось поработать с Моисеем Баиновым в газете. Вы, да, с ним пересеклись первый раз. С Баиновым Моисеем мы, как первоначально, у нас такая получилась, ну, как бы несколько, ну, для меня некомфортная, как бы, встреча. Дело в том, что в то время очень много шло материала оригинального, то есть просто весь оригинальный практически, кроме фильмов, там, телефильмов и всяких музыкальных концертов. А все остальное должны были обеспечивать, творческий коллектив должен был обеспечивать. И в то время у нас еще большой внештатный коллектив был. Но это было до того, как я начала работать. То есть первое знакомство с Моисеем Баиновым. И вот, значит, внештатного автора приглашают, предлагают, вот, допустим, такой-то материал делать. Ну, и мне получилось, что Моисея Романовича, о нем рассказать, небольшой кадрик предложили сделать. Я мучилась, и оказалось, что я это все должна была в кадре сама вести. Ну, к этому я совершенно не была готова, в полном шоке. Но у нас в то время Валентина Ивановна Полякова была редактор, как она называлась, программа
«Панорама», кажется, называлась. И она говорит: «Нет, нет, тут не можем, мы не можем обсуждать это ты, а кто будет рассказывать, если ты написала?» Ну, вот первый такой, блин, немножко комом получился, потому что я от осознания того, что я в кадре, я вдруг почувствовала, что сколько много должно быть человек слушает меня сейчас в этот момент. И сказала: «Все, хватит», сдернула. Стала сдергивать с себя микрофон. Или я не помню, когда так, как тогда с микрофонами было, обстояло. Но, во всяком случае, собралась выйти из кадра. Вот, и что вот вам такое потом за это было? А это было где-то в году, наверное, 60, может, в 70-м году, наверное. И после этого получилось так, что меня пригласили в «Лени Чолы», тогда газета называлась, и оказалось, что мы по соседству с Моисеем Романовичем. И мне было так совестно, что я как-то... Ну, передачу как-то нашли способ закончить, потому что Валентина Ивановна была многоопытной, очень культурной, очень широкого кругозора редактор и вообще человек очень интересный. Она такая вот ходила, царица у нас тут по студии. И, ну, равных ей не было. И она, конечно, с милой улыбкой что-то там рассказала про молодого неопытного автора. А когда в «Лени Чолы» мы с Моисеем Романовичем оказались коллегами, ну, я совсем, совсем очень младшая коллега была, как-то разговор зашел о передаче. Ну, не знаю, кто спровоцировал, но сказали, что Моисей Романович, я так, затаив дыхание, слушал, думаю, ой, сейчас мне достанется. Нет, он сказал, говорит, ну, по крайней мере, искренне. Это самое главное. Да, я думаю, что это спасало и какие-то огрехи профессиональные как-то и в последующем как-то скрывало. Вот. А затем, ну, так получалось, мы постоянно, то Моисей Романович пришел как-то на студию и работал, ну, а я уже потом, как пришла, на студию больше практически не уходила. А Моисей Романович то у нас поработал, потом опять они, творческие люди, им не сидится, ну, что это такое, новости, 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 ему как-то все это надо, необходимость бывала подкопить материал жизненный. На телевидении вам довелось работать вместе с вашим мужем, Юрием Николаевичем. Да, да, он... Он да. был уже опытным телевизионщиком. Да, он и на Свердловской телестудии работал, на киностудии. Кстати, он очень гордился, что с Глебом Панфиловым работал. Да, и постоянно об этом говорил, и, ну, рассказывал, как они работали, что он предлагал ему в какой-то вот свой проект... И говорит, ты себе сделаешь имя. Но мне кажется, он больше поэт был все-таки. При всем при том, по жизни главное его как бы влечение было все-таки поэтическое слово. Он и сам писал. И я, кстати, сегодня принесла было стихи кое-какие. Мне кажется, это хорошие стихи. Когда лицом к лицу, говорят, лица не увидать. И когда дома это все в процессе, казалось, ну, как-то, может быть, как-то оно и с жизненными какими-то обстоятельствами перемешивалось, с бытом, с восприятием. А вот время спустя, его нет уже 13 лет, я снова почитала, и мне показалось, что это очень достойные стихи, но он так никогда и не публиковался. Вот это вот меня всегда обескуражило. Я говорю, если труд сделан, он должен быть как-нибудь обнародован. Пусть ты увидишь, что ты это плохо сделал, но следующий шаг уже будет лучше. Но он очень трепетно относился к этому труду и, видимо, очень хорошо понимал стихи. Очень любил Пастернака, Цветаеву, любимая его поэтесса была, Ахматову. Вот он меня привел, да, на телевидение. Почему, я не знаю, хотя он видел мои
как мой психологический портрет ему был очевиден, да, понятен. И, казалось бы, такая непривычная среда, но интересно было. Я не знаю, может быть, именно, чтобы я из своего как бы вышла из этого какого-то замкнутого немножко мира. Может быть, поэтому... Что он вам советовал, как-то наставлял? Вот был такой профессиональный совет? Да, конечно. То есть я под постоянным таким защитой как бы была постоянной. И когда случались накладки какие-то, ну, что неизбежно в нашем живом деле, он меня успокаивал. Он мне говорил так: ты обязательно, любой из тех, кто тут работает, там Тамара Исаевна Брунер была у нас, ну, режиссер режиссеров, Вера Петровна Мазнецова, ты думаешь, говорит, они не делали накладок. Ну, в общем, да, наставлял, рассказывал. И всегда, конечно же, я делилась с ним, обсуждала. Ну, вообще я старалась сильно не допускать вмешательства в мою кухню. Потому что мог случиться диктат, а тогда чего я буду стоить? Как-то состояться тоже хотелось. И потом зрители разные, аудитория разная. У него в русской редакции и у меня. Он тоже... Он вообще пришел в 68-м году на телевидение. Потом мы уезжали в Свердловск, он из Свердловска. Он очень тосковал по своему городу, и, возможно, многие как бы вот такие некоторые так... Он, строго говоря, так Абаканы не полюбил, а я... Мне дороже Абакана ничего нет. Подскажите, вам довелось поработать и с Леонидом Инкижековым. Он был главным редактором «Национального вещания». Вот в тот момент работа именно вот творчество, связанное с хакасским языком, какова была главная задача? Может быть, сохранить особо ценные какие-то проявления? Прежде всего, с проблемами языка сталкиваются электронные СМИ, вот радио, телевидение, то есть те, где аудируется, да, речь. То есть в газете, в конце концов, можно написать, что он то-то, то-то сказал, и никто не будет в претензии, потому что передают смысл. Говорил ли он на русском, говорил ли он на хакасском, не имеет значения. А вот мы столкнулись с тем, что... все меньше говорят по-хакасски. Это была большая проблема. Уже трудно было найти для детской передачи. Я и на радио работала ведь. И там уж и картинкой даже, не, за кадровым голосом не перекроешь все это. Факт есть факт. Вот-вот ребенок не говорит, никто ничего не может сформулировать по-хакасски. И речь на 50% там на русском языке. Леонид Трофимович, а до него главным редактором была Евдокия Михайловна Кельчакова. Как-то этот вопрос пытались поднять на высокий уровень, на высоком уровне решить, пробовать. Собирались конференции, обсуждались. Шел разговор о том, что хорошо бы, чтобы была для городских ребятишек национальная городская школа. Но в те времена это не очень получалось. Нам просто сказали, учите, пожалуйста, своих детей. Кто вам мешает? Мне говорят, Галина Николаевна, учите. Никто не препятствует, но ведь нужна была как-то должным образом построена программа, чтобы это преподавалось, а не было домашним языком. Вот на таком уровне это все обстояло. Но потом, правда... постперестроечные времена нам удалось этот вопрос довести до какого-то логического конца. И была школа у нас, если вы помните. И телевидение помогало отстоять эту школу, я помню. И с благодарностью это вспоминаю, что предпринимались попытки, были материалы, но, к сожалению, не услышали нас. И школа, к сожалению, закрыта, хотя очень хороший был опыт
Подскажите, вот считаете ли вы, что главная задача и сегодня у национального вещания, у национальной редакции, это сохранение языка, культуры, это так? Или это что вы считаете вот главным достижением, может быть, в вашей работе? Да, это безусловно. И не только хакасского, любого языка. То есть это вот, понимаете, дело в чем? Я после телевидения работала над проектом Института перевода Библии, и мне очень понравилось их отношение к другим народам, культуре, к языку их. И мне кажется, хорошее нужно брать там, где оно есть, в смысле, оно должно помочь народам найти путь к взаимопониманию. Ты несешь мир, в мир добро. А если ты ущемлен, если ты обижен, если тебе кажется, что тебя не любят, то ты, соответственно, агрессивный. Так? Ведь, вот, мне кажется, путь к толерантности, к взаимопониманию состоит в том, чтобы позволить любой самой маленькой культуре, самому малочисленному народу изучать свой язык, знать свои обычаи и помнить свою историю. Это же, представьте, через века, через какие далекие времена пришел язык, допустим, ну, хакасский, юкагирский, там, любой, тафаларский. Галина Николаевна, подскажите, вот последний вопрос. Вы уже много лет на заслуженном отдыхе, и говорят, что телевидение – это болезнь. Вам удалось излечиться? Или вы сегодня по-прежнему себя ощущаете частью вот этого большого мира, большой работы, которую проделывает и наша национальная редакция? Ну, я тут проработала очень долго. Конечно же, это родной дом. И больше даже, наверное, чем обычный. Больше, чем свой дом, да. Конечно же, это не вычеркнешь. Это вот и составляет, собственно, основу моей жизни. Это очень много. 30 с лишним лет. Но при этом я понимаю, что как надо и другую жизнь увидеть тоже. Конечно, я стараюсь не пропускать передачи, и я знаю, что это наши. Если что-то там, допустим, хорошо, я радуюсь. Если что-то не удалось, допустим, что-то не так, конечно, я переживаю. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию и поделиться своими воспоминаниями. Вам спасибо. Сегодня с Галиной Николаевной Бурнаковой-Литвиненко мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало, обещаем. О них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся.